Привет, ребята. У нас сейчас обеденный сон. Ванюшка спит. Я тоже уснула. И, короче, и у нас везде же окна открыты. Начался такой сквозняк. Хрясь! И захлопнулась дверь в нашу спальню. Я проснулась, испугалась. Думала, блин, сейчас, наверное, разбудит Ванюшку. Я посмотрела, Ванюша вроде спит. Сейчас закрою. У нас очень-очень жарко, реально жарко прям. Я думаю, сегодня вечером, может, да, наверное, сегодня вечером Ваня встанет, попрошу его достать этот кондиционер. Потому что вообще было капец как жарко. Вот, я полежу, у меня что-то голова опять болела. Вот, но я сейчас поспала, и вроде норм. Ой, проснулась, а у меня рука онемела. Ай, жесть. Ненавижу, когда немеет какая-то часть тела. Когда немеет какая-то часть тела, но потом так сильно колется, неприятно. Ох. Ваня поехал в Барселону по делам. И заедет в русский магазин. Надо ему сейчас, кстати, написать, чтобы он купил творог и корейскую морковку. Если я пока не забыла, сразу напишу. И сметанку. Вкусненько. У меня 37 температура, блин, самая адская. Ребенок у меня проснулся. Ой, аккуратно, упадет. Сынок, ты его складываешь. Вот, раскладывай. Видите, у нас тут стоянка из машин. Упадет сейчас, сыночек. Жду, когда Ваня приедет и заменит меня. Будет со мышкой играть, а я буду спать. Да. Ту-ту. Ты обнимаешься с Пумой? Вот так. Аккуратненько нужно ее, нежно. Да, вот так. Играть хочешь с Пумой? Не, вы за Пуму не переживайте. Ей нравится, видите, она даже не уходит. Они и так играют. Но когда он перебарщивает, она, конечно, может его напугать специально, чтобы он не перебарщивал со своей любовью. Все, машинки. Пришли в зал. Всем привет, ребята. Я сейчас отправляюсь в Барселону. И еду я туда на велосипеде. Мне нужно съездить туда по делам. В общем, я очень сильно захотел заснять на камеру дорогу до Барсы. Именно до той точки, куда я сейчас отправляюсь. Поэтому, что, поехали. Ребят, я вернулся домой. Мы, короче, тут с Ваньком играем вовсю. Недавно тут был порядок, если что. Был. Его уже нет. Сынок, смотрите,
Вся голова вспотела. Это он у нас бегает, тут носится. Да, у тебя получится. Давай, давай, давай. Молодец. Не знаю, вам Катя рассказывала или нет. Ты молодец. Мы сегодня снимаем такое видео, что я и Катя питаемся на 1 евро целый день. Ну, в общем, 24 часа питаемся на 1 евро. Ну, я не хочу ничего говорить, делать спойлеры, поэтому вы узнаете в видео. Короче, хотел сказать, чуть не сделал спойлер. Не буду спойлерить. И я еще хочу сильно спать. Я вчера специально лег поздно и встал рано, чтобы сегодня лечь рано, потому что у меня проблема лечь, допустим, часов 10 вечера. Я в такое время уснуть не могу, поэтому я специально проделал такую фигню, чтобы завтра, ну, чтобы мне получилось встать раненько. Ванюшка у нас научился опускать жалюзи, он прям за них хватается и тянет. Смотрите, что сделал. Сына. Он еще у нас любит теперь за них прятаться и делать эффект ку-ку. Так, только не шлепнись, пожалуйста. Что этого нам не хватало? Все, я все поднял. Что там? Ничего нет уже. Ты там все вытащил. Давай сложим игрушки. Давай. Какая красота. В общем, Ванек у меня сидел, тут играл. Потом я ему дверь открыл, и он вышел. Тихонько. И его стало не слышно. Не знаю, то есть, ну, вот он ушел, и все. И пропал. Я такой пошел посмотреть. А он раз, и у Кати спит на руках. Она его уже переложила. Все, ребенок спит в кроватке. На улице еще светло. Я проснулась. У нас, знаете как? Как в той игре. Мафия засыпает, город просыпается. Ой. Простите, мы с Ванюшей уснули. Он просто пришел. Сидел тут домиком, играл, потом попросился ко мне на кровать, лег на меня и уснул. Я такая, ну ладно. Хотя сегодня очень рано он уснул. У нас сейчас только 8:30, даже еще половина, мне 26 минут. Вот, и я поспала, и вроде, ну как бы, вроде норм, но все равно головная боль. Я выпью ибупрофен. У меня дело в том, что у меня нет температуры выше 37,5, не поднимается. Вот, это скачет туда-сюда, 37,1, 37,5, потом 36,6, вот так вот туда-сюда. Вот, поэтому я на ночь выпью ибупрофен. Он как раз это успокоит меня, я от него очень хорошо сплю. Не знаю, почему, но ибупрофен и сплю хорошо. И лягу спать, и усну. Но сейчас, конечно, голова побаливает. А еще, знаете, в чем прикол? Хочется чего-нибудь. Но мы с Ваней, не знаю, заметили вы или нет, что сегодня вообще нет. Я уже рассказывал. А, ты уже рассказал? Это что мы снимаем. И мы целый день без кофе. Это, конечно, трешняк. Мы понимаем с Ваней, что мы зависимы от нашего, даже больше от молока зависимы. Молока со вкусом кофе. И, ну, очень хочется, очень, прям очень сильно. Особенно вот когда нельзя. Как... Особенно когда голова болит, мы любим пить кофе. Да, и оно проходит. Оно все. Проходит. Не знаю, может это эффект плацебо, но что есть, то есть. Не знаю, может у меня сейчас голова болит из-за того, что я кофе не пью. За что ты хочешь кофе? Голова болит из-за того, что ты хочешь кофе. Да, голова именно из-за этого и болит. Ваня тут лежит, умирает рядом со мной. Ну, хоть ты хоть сытый. Так, ну я говорил, что спойлеры делать не буду, а ты тут столько спойлеров не делаешь.
Ой. Да, видео прикольно получится, потому что, короче, увидите. Давай сериальчик посмотрим. Мы сейчас с тобой такие амебы. Я плохо себя чувствую, а ты, я не знаю, что ты амеба. Ну, я на тебя смотрю, мне тоже плохо стало. Я сегодня себя прекрасно чувствовал, но к вечеру, из-за того, что кофе не пьем, у меня просто голова разгуделась. Я понимаю, что... Блин, что за бред? Какой нафиг кофе? Если вы хотите сразу написать, что у меня корона, вирус, вот, то это точно не он, потому что симптомы не совпадают совершенно. Вот, так что я просто простудилась. Мне кажется, он под кондиционером. Я кондиционер на себя направила в машине. Я меня... всегда говорю, не направляй. Вот, наверное, из-за этого я и... Ну, не то чтобы слегла. Я посмотрю, как сегодня. Надеюсь, сегодня ночь хорошо пройдет. Потому что этой ночью у меня одна часть лица вот так вот болела, головы. То есть голова и боль отдавала мне именно в одну часть лица. На той, которой я лежала. Возможно, я ее просто отлежала. Вообще что-то видно? Да. Такой. Да, очень хорошо все видно. Не открывай. Зая. Значит, света, да. Камера отлично вытягивает, не надо. Ага, вытягивает. Там такая вот каша потом. Они вытягивают. Знаю. Присяша пришла. Вытягивает. Ты в труселях лежу. Да пьёшка. Ты в труселях? Ты же это моя хозяйка в труселях. Я не. Ты в шортах. Зачем в неё пульнул? Пожалею. Я в анюшке. Да, этот... Пумина, эти сухие. Пава. Утка, да? Да. Индюшка. Индейка. Индейка. Индюшка. Индейка, индюшка. Неважно. Индушка. Короче, птица. Короче, дал и говорит, дай Пуми, а ему уже хочется попробовать. И вы не представляете, он ей дал. Дал? Дал. Он ей подошел, то есть он от дивана, она лежала в середине зала. Он с этой штучкой шел, ему так хотелось ее съесть. И он ей так дал, и она, короче, съела. Я думаю, круто, сейчас засниму. Беру камеру. И такой говорю, Анюшка, дай Пуми. Он берет ее. Нет, ты же только что дал Пуми. Короче, все. Акция закончилась. Она была такая. Совсем забыла, что не показала, что купил Ваня в русском магазине. Корейской морковки, к сожалению, не было, хотя она у них очень вкусная. И вот попросила Ваню взять два таких вот брусочка, не знаю, почему такие вот шайбочки творога. 370 грамм, и это у нас 30%. У меня на него планы. И также ромашка, это у нас сметанка, 25%. Вот и все. Больше ничего нет. Но здорово. Завтра. Хочу на завтрак поесть творог. Вот. И хочу сделать еще эти ленивые вареники творожные. И еще панкейки. Ну, короче, у меня куча планов на этот творожочек. Мы убрали в зале. Ура! Будем. Мы идем спать. У нас уже начало 11. Вот, все. Чистота, красота. На балкончике тоже красота. Так красиво, уютно. Только, к сожалению, не прохладно. Все, ребята, всем спокойной ночи. Увидимся с вами завтра. И всем пока.